Яков, а вот вы говорите, да, что наша задача — отменить себя перед десяткой и включить. И большая часть нашей работы — это вот именно учёба, да, как вы сказали, как и в других группах. А вот в чём вот эта отмена себя заключается во время учёбы? Я сижу, слушаю тексты каббалистов, они для меня великие, они заходят, и кажется, что они сами по себе меня отменяют. Где вот эта вот самоотмена во время учёбы? Когда я хочу во время урока обрести силы, отменить себя и соединиться с другими. Чего я хочу от урока? Выйти из урока более умным я не могу. Что я узнаю? Сколько ангелов на небесах? И так далее. Как каббалисты смеются. Нет, я хочу из учебы, на которой я нахожусь, силы, духовную силу, силу отдачи, силу самоотмены, силу единства. Это то, чего я хочу от моей учебы. Поэтому я прихожу на урок с этим намерением, и во время урока я думаю об этом. Именно. И после урока я могу подвести итог, насколько помог мне урок подняться над моим эгоизмом, включиться в других и увидеть мир через них.